Уже четверть века в городском округе Люберцы работает компания по изготовлению хлебопекарных и кондитерских ингредиентов. ИРЭКС обеспечивает сырьем российские и зарубежные предприятия пищевой промышленности. Как организован процесс производства, узнала Луиза Егиазарян. Удачная выпечка начинается с правильно подобранных и полезных ингредиентов. На одном из крупнейших предприятий городского округа Люберцы изготавливают именно те добавки, которые придают хлебопекарным и кондитерским изделиям неповторимый вкус. Уникальность компании в том, что здесь никогда не стоят на месте и все время ищут новые решения. У нас еще есть производство в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону. И в Домодедово. Все площадки производят свою уникальную продукцию, оснащены современным уникальным оборудованием. У нас имеются сертификаты соответствия FSC по безопасности, поэтому мы ручаемся за качество производимых нами продукции. В Люберцах две производственные линии работают в две смены. Работа предприятия не останавливается, несмотря ни на какие вызовы. Напротив, во время пандемии компания побила собственные рекорды по производству сырья. Сейчас в условиях санкций проблем с поставщиками нет. Те предприятия, которые мы посещаем, всегда обсуждаем вопросы взаимодействия, чем мы можем быть полезны, рассказываем о тех программах, которые работают на территории Московской области, где подключается правительство Московской области. И, конечно же, наша задача – дать дополнительный импульс, дополнительное развитие там, где мы будем полезны, для того, чтобы наши предприятия были резидентами городского округа. Это всегда налоги, и в первую очередь это рабочие места. Сегодня в компании работает более 200 сотрудников, но у предприятия большие планы по расширению. В следующем году начнется строительство новых производственных площадок, а это, в свою очередь, откроет новые рабочие места. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.